Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы с вами поиграем в Subnautica. Как вы видите, это Early Access, ранний доступ. Игрушка-песочница про выживание в условиях открытого океана. Ocean, собственно. И, знаете, я потестил довольно много различного хлама, которого называют типа ранним доступом. В раздел хлама входит DayZ Standalone и Forest. И знаете ли, Subnautica смотрится крайне-крайне хорошо после даже того же Фореста, потому что, ну, буду сравнивать в первую очередь с ним. Когда вышел Форест от первой его версии, да и дальше, в принципе, это говно ужасно было оптимизировано, оно было ужасно баганное, там работало как-то через жопу. Ну, вспомните только анимации, да? Ну, короче, начинать новую игру я не буду. Я буквально только-только ее запустил. Завязка заключается в том, что наш корабль терпит крушение. Мы отстреливаемся на капсуле. Нас ебашит огнетушителем. Мы вырубаемся. Просыпаемся уже на поверхности. И, собственно, тушим пожар. Вот после этого я сохранился и запустил запись. Потому что там звук пропадает после этой заставки. Я не знаю, это было и на ранних версиях, и сейчас. Как вы видите, это последняя версия на данный момент. Собственно, давайте потестим, посмотрим, что из этого получилось. Как тут, собственно, выживать? Я имею определенный навык. Но я, собственно, поиграл в раннюю эту версию. Водичка. Так, размещаемые объекты. Я уже порядком, правда, не заходил. Но мне для начала нужен, наверное, либо сканер. Хотя нет, вру я все. Пизжу, как сивый мерин. Мерин. Титан и силиконовая резина. Так, ну спрячьтесь. Хотя даже не так. Даже вот сюда, наверное, его положу. И заберу отсюда аптечку. Все, йола. Так, у нас тут эти бегемоты. Ну хорошо, что у нас тут есть семена прям под боком. Рыбки тут есть. Это замечательно. Давайте-ка словим какую-нибудь. Вот такую вот, например, не съебуйся. Не съебуйся. Не съебы. Почему не съебается рыбка? Странное говно. Так, я схватил свинец. Как видите, у нас заканчивается кислород, ну, как любой нормальный человек. Сейчас накрафчу себе... На меня там что-то напало, да? Хули оно рычит? Хули оно рычит? Не рычи на меня, мразь. Так, где моя? Где моя капсула? Вот она. Поплыли туда. Но надо словить себе пожрать для начала что-то. Хоть какую-нибудь рыбку. Вот. Может, еще бумеранга словлю. Хорошо. Ну, еще какую-нибудь одну. Блять. Не съебуйся. О, пузырик. Ща. Я тут где-то пузырика. Ой, блядь. Оно металлолом заживало. Ну, всякое такое бывает. А это не пузырик, это эти скаты хуевы. Черт. Ну ладно, в принципе, вода пока есть. Париться не будем. Фу. Нормально сплавали. Так, давайте-ка сделаем силиконовую резину. Сколько она там нам нужна-то? А, я могу сразу ее скрафтить. Там у меня титан же я подхватил. Собственно, ножик. Теперь нужно
два титана. И батарея. Так, ну там же разберемся, короче. Вода. Нету с чего накрафтить. Приготовленная рыба. А, кристалл соли для этого нужен. Ну давайте, давай, одноглазого пожарим. И бумеранга тоже. В принципе, во имя пропитания оно мне пригодится. Так. О, нормально поел. Вообще качественно. Так, вот это вот на единицу переместить. Металлолом. Вот металлолом сейчас я разберу, пожалуй, на что? На титан, да? Ну, с этого скрафчу еще резины. А металлолом разберу. Вот, хорошо. Ой, поломалось что ли? Не, все нормально. Ну, такое бывает. Все-таки это альфа, но тем не менее все работает. Так, давайте-ка сложим вот эту вот всю прелесть. Так, и закрафтим. Посмотрим, вернее, что нужно для крафта. Сканера. Два титана и батарея. А с чего крафтится батарея? Знать бы. Наверное, где-то здесь. Электроника. Батарея. Гриб и медная руда. Так, ну грибы мы сейчас быстренько найдем. А вот и ножик. Так, ладно, поехали. Вот два гриба. Кварц. Так. Мне немножко повезло, конечно, потому что тут есть пещеры. Но не знаю, не знаю. Повезло или нет. Ай, баллон. Мне же надо перво-наперво баллон скрафтить. Чё это я хуйнёй-то занимаюсь? А чё там для баллона надо? Я и не посмотрел. Со звуком, конечно, какая-то небольшая проблемка. Чё-то он порыпивает время от времени. Ну это ладно. Титан-стекло. С чего делается стекло? Так, так, так. Магний. Обычное стекло. Не здесь, наверное. Бензол. Да ладно, не гони. А вот стекло. Кварц. Так, давайте грибы пока выложим. Мне нужен еще один кварц. И вот два титана возьму с собой. Пойдемте найдем еще один кварц. И сделаем себе баллон, чтобы дышать под водой подольше. Там я уже вижу кварц. Ты не шуми, мразь. Я тебя не боюсь. Вот кварц. И давайте рыбку, рыбку, рыбку. Стой, сука. Не хотят они от меня. Они от меня уебывают. Давайте еще два кварца возьмем. Благо есть, почему бы не взять. Да нормально все, что ты боишься-то? Нам надо будет капсулу, конечно, починить. Ну это ладно, это дело наживное. Так, для начала скрафтить стекло в двойном экземпляре. Подождите-ка, а чё, я не взял этого? Титана, что ли? Или у меня его мало? А, нужно 4. Ну... Ой, блядь. Пардон. Простите, дорогие друзья, малёха прервали. Ну, с кем не бывает, да? Так, так, так. Чё я хотел сделать-то? Вроде баллон. В смысле, у меня 3 титана? Так, еще один забери. Хули ты стесняешься? Не стесняйся, это ж все во имя нас, во имя выживания.
Так, видите, кислорода у нас стало явно побольше. Теперь будем крафтить... чем будем крафтить-то, блядь? Сканер. Два титана, батарея. Как я уже где-то это смотрел, сука. Батарея, медная руда и... Короче, медную руду надо искать. Йоло! А, уже ночь настала. Охуеть. Вообще видно все так прекрасно. Давайте бумеранг насловим, что ли. Сука. Плавает хорошо. Рыба все-таки. Что с нее возьмешь-то? Стой, падла. Ну стой. Я жрать хочу. Блять. О, пузырик. Это ж. О, господи, боже мой. Так, ладно, не страшно. Блять, еще один. Но этот вроде не вылез. Ладно. Этот вроде не вылез. Чё это такое лазает? Этих я не знаю. Какие-то опасные чертухаи, наверняка. Я их же взять не могу. Крыльцо камикадзе, вот это мне повезло, конечно. Вот это я везунчик. Уже даже хуй с ним, с пузыриком. А, падла, съебался. Но мне по-прежнему нужен... Так, о, хорошо. Чё, пожрать и есть. В принципе, я тут могу еще водоросли добывать. Видите, водоросли нарубили. Так. Чё тут еще-то есть? Сейчас посмотрим. Есть? А. Ну, короче, корабль скоро взорвется. Медь. Блять, как повезло-то. Все, валим. Повезло, блин, и медяху нашел. И пыльцу камикадзе, вообще чума. Все, нахер. Так. Может даже этот создам. Как его ебать? Вон, у меня титана нету и магний нужен, так что нет. Ну зато сейчас пожрать сделаем. Пескун! Пескуна сейчас приготовим. И бумеранг. К сожалению, в воду их переработать нельзя, но тут есть особенные рыбки, которых можно переработать в воду. Плюс один еда, минус один вода. А их готовить нельзя, насколько я понял, да? Ну, короче, так. На самый стрёмный случай уже пускай будут. Покидаю их. Хули, пускай лежит 4 штуки, а это выкину, в принципе. Или съем. Да хотя мне не надо. Кварц... Медяху оставим, стекло выкинем, пыльца камикадзе оставим. Силиконовая резина пока не нужна. Вот два гриба нужны. Тут у меня, конечно, есть вода на всякий пожарный. Ну вот давайте-ка ее и употребим. Не хотелось бы этого делать, но уж хули поделать. Ну и аптечку. Все равно у нас тут они спавнятся.
спустя какое-то время. Так, что там по поводу времени суток? О, хорошо. Давайте-ка сплаваем вот к тем обломкам. Просто эти обломки — это титан. Ну, то есть металлолом — это титан. Его можно легко переработать. Глайдер. Это вообще прикольно. Вот на этих мразей бы не попадаться. Но они это место облюбовали. Я вот даже не знаю. Давайте оплывем, хули. О, так тут вообще все классно, да? Бля, что-то взорвалось-то. Это что за рыб? Что это за нахер? Я не знаю такой рыбы. Так, валим. Спиздили сумку и валим. Это наверняка сумка для вещей. Угу, то есть тут ее нигде нельзя примастырить, да? Жаль. Блять, эти. Еще медяха. Ну нормально, вообще везет мне. А я ее могу, короче, только ставить, видимо, да? Взять сумку. Ну да, я могу ее, видимо, только ставить. Ну и хер бы с ней, ладно. Давайте тогда переработаем металлолом, который мы нашли. И создадим, собственно, сканер. Так. Что это такое? Магний. Кристаллы соли для него нужны. Вот она, батарея. Так, есть одна батарея. Теперь... А вот, собственно, сканер. Со сканером мы можем сканировать всякую херь. Давай-ка, доставай. Ну что, пошли сканировать, да? Тут есть забавное местечко, вот там вот сбоку, короче. Только, блядь, что-то у меня тут просто рядом нету рыбок, которые мне воду приносят. Вот это очень печально в моем-то случае. Но это ничего, это мы переживем. Титан. Там вот эта вот залупа, которая взрывается в песок, а потом нападает, это вообще... В ушпе, короче, неприкольно. Ну, пока... О, там можно что-то сканировать, подожди-ка. Чё это? Чё там накинулось? Ща все будет, подожди. Не надо нервничать. Оп. Эта залупа там на меня охотится, просто смотрите. Ну, не на меня, конечно, но она охотится определенно. Блять, может к ней лучше вообще не подплывать? Стрёмная она какая-то. Блять, оно прям тут зарылось. Это, короче, мир этих... Короче, не повезло мне с картой. Заспавнился я где-то, блядь, в опасном месте. Давайте лучше же плавать возле тех пидорасов. Они хоть более предсказуемые. Я хоть знаю, что если я к ним подплыву, они меня укусят. А эти твари занимаются какими-то... непонятками.
Так. Фрагмент глайдера. Нужно найти еще один такой. Есть. Морской глайдер изучен. А чё тут? А чё тут есть? Соль. Блять. Подниматься быстрее надо. Local radiation readings exhibit characteristics consistent with total degradation of the. Короче, скоро будет взрыв. Блять, да иди ты нахуй. Стрёмные они. Фу. Ну это ладно. Это ничего. Солнечная панель. М-м-м. Вот это тоже полезно. Да стой, куда ты уёбаешь? Ой, ладно, плыви. Соль. С водой, короче, у меня все печаль, беда. Ну это ладно. Это нельзя трогать, что ли? Ну ладно, не будем, не будем. А то сейчас приплывет, отпиздит меня. Все, валим. Злобные они какие-то. О! Серебро. Сборщик транспорта. О! Ладно, давайте водоросль просканируем только быстро. Все уебаем. Вы посмотрите, какие, какие тут рыбы охеревшие. Я понял. Что там полетело? Ну похуй. Я сейчас задохнусь просто. На 30 секунд это еще дохуя, конечно. Но лучше не испытывать удачу. Тут еще должны быть какие-то куски, по идее. Так, ну туда заплывать не особо охота. Тебя можно сожрать? Можно, смотри, прикольно. Блять. Солнечная панель. Ладно, поплыл я наверх. Опять же, испытывать удачу не стоит. Там вижу еще. Нормально, короче. Место, конечно, не из приятных, но зато тут куча всего. На меня напало. Сука такая, ты посмотри. Ну ладно. Биореактор. Прикольная херня, но не особо полезная. Металлолом. Сборщик транспорта, блять, вот это мне прям везет. Так, металлолом. Короче, сейчас надобности в этих, блять, в титане у меня уже не будет. Судя по тому, сколько я уже его насобирал. Стой, сука. Куда уплывает моя жратва? А ну стой. Да я уже подышал. Не бздо. Так.
Солнечная панель. Титан. Мне бы что попить найти, вот в чем проблема. А попить-то нечего. К этим можно, в принципе, подплыть. Они не кусаются, но они пердят. Они раскидывают такие опасные, опасные штуки. Сейчас покажу. Давай, наперди. Во, видите, напердел. Бам-бам-бам-бам-бам. Вот такая вот хрень. Так что недооценивать его, пожалуй, не стоит. Если в такую точку заплыть, можно уже не выплыть. Так. Короче, лучше на дно. Поняли, да? Он взорвался. Короче, поплыли к капсуле. У меня уже много всего, на самом деле. Много всего хорошего. Только, блин, почему-то я не вижу, где моя... А, вот она. Как-то по-стрёмному я, короче, плыл. Да ладно. Кристаллы соли стоит подбирать. В принципе, они довольно-таки... редки, ну как редки, есть такие моменты, что они есть, в принципе, и надобности в них нет, но вот когда они нужны, и хер найдешь, это такая прям проблема, так что лучше их собирать. Так, еще надо бы в ту сторону сплавать, но это потом. Сейчас мы воды себе сделаем и пожрать. Все. Так, делай воды. Еще делай воды. Я два пузыря словил. Теперь делай жратвы. Еще жратвы. И еще жратвы. Ну, вроде все. Так, давайте-ка теперь попьем, поедим. Секундочку. Так, у нас тут куча металлолома. Приготовленный бумеранг. И водичка. Короче, нормально мы так это поживились. На самом-то деле... Можно эти херовые водоросли выкинуть. Сейчас посмотрим. Нахер я их напихал, конечно, столько. Сейчас я их выкину. Нахуй мне вообще они нужны? Ну, типа, это экстренная пища, но... Блин, ну нахер она надо? Я и без него как-то нормально себя чувствую. У меня он пока есть, что есть. А если надо будет, то я себе наковыряю. Так. У нас теперь есть, в принципе, все. Да, у нас есть 4 куска соли, куча титана, серебро, пыльца камикадзе. Что нам надо? Давайте-ка определимся. Мне нужен сварочный аппарат. Он делается с магния. Магний. Так. Теперь сварочный аппарат создан. Пыльца камикадзе, там титан, магний. Теперь давайте-ка зачиним
Да чини, чини, не бзди. Во! Заработала? Так, все в порядке. Какая, блядь, прелесть, а? Короче, все хорошо, нас спасут по-любому. Вот. Что могу еще сказать? Дорогие друзья, добро пожаловать в Сабнафтику. На самом деле я попытаюсь поскорее сделать себе антирадиационный костюм и поплыть к кораблю. Но этим мы уже займемся, наверное, в следующей серии. Что-то мне очень захотелось прям в это поиграть. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Продолжение обязательно будет. Хочу чего-то такого. Расслабиться летом. На море-то не удалось съездить. Всем удачи, всем пока.